Дорогие друзья, все, кто подключается к нашему молитвенному марафону, приветствую каждого миром Божьим. Желаю каждому из вас благословенной субботы и близких отношений с Богом. Мы продолжаем размышлять над важными темами. Сегодня у нас 28-й день, и наша тема «Чудеса через ходатайство», часть 2. Во вчерашних размышлениях мы ясно увидели, почему сатана сделает все возможное, чтобы заставить нас поверить в то, что нам не обязательно молиться за друга. Он хочет убедить нас, что нам нет необходимости молиться за неверующих. Сатана пытается внушить нам, что Бог будет совершать спасательные деяния в жизни наших близких и друзей, даже если мы не молимся за них. Надеюсь, сегодняшние размышления помогут вам не поверить его лжи о незначительном эффекте молитвы за других и себя. Вот почему он атакует молитвенную жизнь больше, чем любой другой аспект нашей духовной жизни. Те, кто не живет со Христом и под контролем сатане, находятся в опасном положении. Они рискуют своей вечной жизнью, если не изменятся. Однако сами по себе они бессильны измениться. Павел описывает их как тех, у кого Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Для погибающих Евангелие Христа закрыто. Греческое слово, переведенное как «закрыто», значит «калюпта», что означает «покрывать». Для спасения погибающих необходимо убрать это покрывало, ослепляющее их. Добавив к этому слову греческую приставку «апо» – «от», мы получим слово «апокалипсис» – «откровение». Следовательно, погибающие нуждаются в откровении Божьей истины. Им нужна не столько информация, сколько снятие покрывала с их разума, чтобы они могли разглядеть истину Евангелия. Важный вопрос заключается в том, каким образом это чудо снятия покрывала может произойти в жизни погибающих. Это возможно только посредством ходатайственной молитвы, благодаря которой у верующего исцеляется духовная слепота. Сатана насаждает собственные ложные помышления и твердыни в умах заблудших. Хорошая новость состоит в том, что Бог дал христианам власть не спровергать эти сатанинские твердыни и пленять всякое помышление в послушании Христу. Эти два стиха очень важны для понимания роли ходатайственной молитвы за погибающих. Давайте прочитаем эти стихи в современном переводе. «Оружие, которым мы ведем борьбу, вовсе не обычное человеческое. Оно сильно божественной мощью, способной сокрушать твердыни, не спровергаем мы им любые мудрствования и все, что в гордыне своей восстает против познания Бога. Цель наша – всякую мысль человека взять в плен и привести в послушание Христу». Сатана не хочет, чтобы мы знали это. Но христиане играют ключевую роль в избавлении погибающих от духовной слепоты. Наши ходатайственные молитвы открывают их разум для получения евангельского света Иисуса Христа. Эти молитвы снимают покрывало с их глаз. Бог хочет спасти их. Однако очень важно, чтобы верующие молились о Божьей силе, способной разрушить власть сатаны над заблудшими. Вспомните молитву Илии о дожде. Божья воля была в том, что пошел дождь, и засуха прекратилась. При этом Илия понимал, что должен молиться об исполнении Божьей воли. Это же верно в отношении заблуждающихся. Божья воля – спасти их. Но верующие должны молиться об исполнении Его воли. С момента создания земли Бог действует через молитвы и усилия людей, а не независимо от них. Эллен Уайт хорошо это понимала, когда писала: «Со многими молитвами должны вы трудиться для душ, ибо только таким образом вы можете достичь сердец людей. Не ваша работа,
но работа Христа, стоящего рядом с вами, воздействует на сердца. Господь желает слышать наши молитвы об обращении душ. Их неотступные молитвы приведут души ко Христу. Иисус поддержит их самоотверженные усилия, воздействует на сердца и сотворит чудо обращения душ. Война реальна. Занимающие сторону сатаны могут приказывать злым ангелам нападать на людей. Верно также, что Божьи дети через ходатайственную молитву позволяют святым ангелам и Святому Духу вмешиваться в жизнь тех, за кого они молятся. С помощью молитвы совершается удивительное чудо благодати. Личные размышления и обсуждения. Боится ли сатана ходатайственных молитв христиан? По какой причине, согласно Павлу, люди не принимают Евангелие? В каком откровении нуждаются погибающие? Опишите своими словами силу ходатайственной молитвы, о которой говорит Павел в 2 Коринфянам 10 главе 4 и 5 тексте. Что Эллен Уайт писала о молитве за погибающих людей? Молитвенное задание. Молитесь вместе с вашим молитвенным партнером о том, чтобы Бог исполнил вас своим духом, о том, чтобы Бог побуждал вас к ходатайственной молитве о спасении других, о людях из вашего молитвенного списка. Сегодня, как и вчера, мы говорим о важности и о силе ходатайственной молитвы. Первое, что следует помнить нам, что любое даяние доброе, оно нисходит свыше от Господа. И любая мысль ходатайственно молиться за других людей – это побуждение Святого Духа. Поэтому никогда не заглушайте это побуждение в своей жизни. Да, есть моменты, когда мы молимся неотступно, в течение долгого периода, месяцы, годы, о ком-то из близких, родных, друзей, знакомых. Но бывают ситуации, когда мы размышляем над Словом Божьим, когда мы идем куда-то, с кем-то встретились, пообщавшись, и у нас приходит мысль от Духа Святого, побуждение – помолиться о ком-то, помолиться о том или другом человеке. Поэтому хочу призвать вас, не заглушайте подобные мысли. Молитесь об этих людях, о том, чтобы Божьи ангелы, Дух Святой продолжали действовать в их жизни. И также о том, чтобы Бог даровал мудрости вам, что вы можете сделать в жизни этого человека в контексте его духовного возрастания и его спасения. Как вы можете ему помочь стать ближе ко Христу? Сатана, он противится ходатайственным молитвам. И мы говорили об этом и вчера, что его цель в том, чтобы мы не молились ходатайственно, потому что эта молитва несет двойной эффект, двойное благословение, как людям, о ком мы молимся, так же и нам самим. Важно, чтобы мы это понимали. Когда мы молимся ходатайственно о ком-то, то порою пелена с глаз или да, вот та затуманенность ложными учениями, затуманенность сатаной, она спадает с глаз этого человека. Одно предложение хочу еще раз прочитать из этой темы. Сатана не хочет, чтобы мы знали это, но христиане играют ключевую роль в избавлении погибающих от духовной слепоты. Очень важно, чтобы мы об этом помнили. Еще в самом начале, первый, второй день, мы говорили о людях, которые мы записали в наш молитвенный список. Я верю, что за эти дни, за эти 27-28 дней в их жизни происходят реальные чудеса. Изменение характера. То, когда открываются их глаза, пелена спадает с их глаз. И это самое большое чудо. Оно происходит, потому что мы действуем совместно с Господом. Мы объединяемся с Ним. Мы просим Его в молитве. Мы просим о Духе Святом для нас, что мы можем сделать в жизни этих людей. Будем неотступными в наших ходатайственных молитвах. Как пишет Эллен Уайт, что со многими молитвами нам следует...
следует трудиться для Господа. Не будем унывать, не будем отчаиваться. Будем сотрудничать вместе с Господом. И благодаря этому сотрудничеству мы сами будем становиться ближе к Господу. Наша вера будет возрастать. И я верю, что каждый из нас увидит множество чудес в жизни людей, о ком мы молимся ходатайственно. И Господь будет прославлен в этом. Помолимся вместе. Господи, мы благодарим Тебя за эти возможности, которые есть у нас. В том, что Слово Твое призывает нас молиться ходатайственно за наших знакомых, родных и близких. Господи, я прошу, помоги, чтобы мы не унывали, чтобы мы помнили о том, как важно это служение, как важно быть партнерами вместе с Тобой в ходатайственных молитвах, чтобы пелена спадала с глаз людей, которые находятся сегодня под контролем сатаны, и чтобы они понимали, как ценно и как здорово быть с Тобой. Господи, прошу, помоги, чтобы мы были теми, кто неотступно молится, и чтобы Ты был прославлен в нашем служении. И я верю, что мы будем видеть много изменений, много чудес в жизни людей, о которых молимся. Господи, прошу сейчас о людях из наших молитвенных списков, о том, чтобы в жизни каждого из них произошел разворот в Твою сторону. Прошу об этом во имя Иисуса. Аминь.